Офигеть! Эта паскуда, главарь банды, устроила мне вот тут засаду в этом доме. Офигеть просто. Хорошо, что я успел через окно выпрыгнуть. Так это означает то, что он знал, что я сюда приду. Он устроил мне засаду и знал. И знал, когда взрывать. Значит, он за мной даже наблюдал откуда-то. Так, он знает то, что я за ним охочусь. Нужно его найти и зарезать эту тварь, которая не только меня убила, еще и похитила маму Жеки. Ладно, в первую очередь нужно выбираться отсюда. Может, он знает, что я до сих пор тут, а может, он не знает. Может, он сейчас надеется, то, что он сумел меня взорвать, то, что я сейчас мертвый. Так, у меня есть небольшое преимущество. Ладно, так, я вижу там зомби. 1, 2, и там еще и гигант-зомби. Ладно, идите сюда, зараза, нужно отсюда выбираться как можно быстрее. Это еще что-то такое. Так. Это я... Офигеть, ладно, так, это уже выпало. Выпадает с рюкзака. Дырявые рюкзаки нафиг. Нужно найти, наверное, другой рюкзак, потому что с этого уже 100% все выпадает. Конечно, выпадает. При взрыве нафиг продыряют все рюкзаки. Ладно, все, нужно выдвигаться. Нужно идти отсюда как можно быстрее и топать то ли домой, то ли к Жеке в палату. Но, в принципе, мне кажется, Жеке нужно отдохнуть. Может, вот эта машина, которая вот там рабочая. А ну, иди сюда, тварь гигантская, иди сюда, тварина. Так. Пожалуйста, бензинчик, пожалуйста. И все, что мне нужно, это сейчас бензинчик, чтобы отсюда выбрать. Да. Так, еще полная Нет, наполовину есть канистра заполненная. Еще пригодится. Так, нужно отсюда выбираться как можно быстрее. Ох, проклятая военная база и проклятый этот конченый главарь. Нужно его найти и застрелить. Ох, как он же меня бесит. Так, ну, в первую очередь нужно отсюда выбраться. Нужно отсюда выбраться и поехать домой. Сложить вот все вещи, посмотреть, нету ли у меня вот там сейчас лишнего рюкзака. Офигеть просто. Так, у меня есть небольшое преимущество. Они знают то, что я... Может, я умер. Они предполагают вот это. У меня есть новая машина, которая полностью заполнена бензином. Это также огромное для меня преимущество. Нужно убираться отсюда как можно быстрее. Так, Жека... Сейчас, припарковаться вот тут. Так, Жека в этом здании, но я не знаю, есть ли мне сейчас смысл пробираться. В прошлый раз я... Так, не послышались ли? Я слышу какие-то звуки. Так, ладно. В прошлый раз я Жекой залез в эту больницу через крышу, потому что у меня был вертолет, и я прочистил верхние этажи вот этой больницы. Но это не означает то, что на нижних этажах, вот этих трех этажах, никого не будет. Может, даже все забаррикадировано, и мне нужно пробираться в эту больницу через вот этот переход. Ох, я даже не знаю, как-то вот это все сложно. Вертолет я оставил на военной базе. Сейчас туда возвращаться вообще не вариант. Что же делать? Ладно, Жека в безопасности. Сверху на него никто не сможет напасть, потому что тут все зачищено. И снизу тоже никто не сможет напасть, потому что тут баррикады. Мне нужно просто зачистить все нижние этажи, разрушить баррикады и проведать Жеку. Ну, то есть сейчас Жека в 100% безопасности, на него 100% никто не должен сейчас напасть. Офигеть просто, просто офигеть. Ладно, одно радует то, что Жека в безопасности, но другое печалит то, что я до сих пор не нашел маму Жеки. Я даже думал то, что она может быть на военной базе, но конченый главарь бандитов знал то, что я туда приду. Перепрятал маму Жеки. Где она сейчас? Я, если честно, даже не представляю. Ладно. Нужно что-то думать. Нужно идти домой, прилечь, выспаться и придумать, додуматься, где же может быть мама Жеки. Какие самые запоминающиеся точки. Так. Я помню, в той стороне есть самолет. Самолет, который упал. И есть... Школа или какой-то институт. Это одно из самых больших зданий в этом городе. Я это все запомнил. Также там есть вот лаборатория секретная, в которую я никак не могу попасть. Ладно. Что-то я сейчас придумаю. Так. Этих... Да ш... Кто... Ай! Иди сюда, конченый зомби! Так, этих машин не было тут. Этих машин вчера тут не было. Так, что-то странное творится, что-то вообще странное творится. Кто их сюда вообще перегнал? Ладно. Что
Это вообще вот это такое мне интересное. Я замечал то, что тут что-то есть, какая-то непонятная постройка, то ли это бункер, то ли это что это. Что? Твою-то за ногу, я даже не мог. Ладно, ладно, я не могу выбраться, не могу выбраться. Конченая паутина. Да что ж мне так-то? Да ломайся ты уже, зараза конченая. Так, это я. Это я вот. Это метро ли что это? Да что ж ты так-то сложно? Ай, ты ж зараза! Как же ты. Так, 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 все, все, все. Офигеть, офигеть! Идите сюда, идите. Есть еще кто-то? Так, больше никого нет. Охренеть, я чуть не. Штаны себе не намочил. Твою за ногу! Так, не-не-не-не-не-не-не-нет-нет, я не могу выбраться с этого метро! Так, ну как же меня угодило сюда попасть? А вообще, что такое? Так, ладно. Рано или поздно я бы сюда попал. Мне нужно узнать, что тут такое. Так, тут я не смогу никак пройти. Что там вообще такое? Ладно. Так. Так, еще один зомби, еще один зомби. Ну иди. Два зомби, там два зомби. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, зеленожопой. Так, это еще. Это еще кто? Так. Это, походу, какой-то свежий трупак. Его недавно загрызли. Тут еще кровь свежая. Так, может, у него что-то есть в инвентаре, в карманах. О боже. Глаз. Скальп. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Это уже не смахивает то, что это были зомби. Как зомби маги. Так. У меня сейчас крыша поедет. Как вообще зомби могли снять скальп у человека и вырвать ему глаз? Что-то тут неладное. Нет, это мне вообще уже не нравится. Что это вообще такое? Это точно не зомби, потому что зомби просто физически на это не способны. Так, ладно, нужно смотреть, что тут. Тут есть что-то? Так, тут железная дверь, а может с другой стороны есть еще один вход? Пожалуйста, 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 да, скажите то, что тут выход на поверхность, пожалуйста. Ой, твою-то. Так как мне выбраться с этой шахты? Точнее, не шахты, а метро. Так, вагонетки. Ой, ладно, 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 я очень сильно надеюсь, что там есть какой-то выход. Если я туда поеду, я там что-то найду, я тут никак не смогу выбраться. Тут нету ни лестницы, ничего. Ладно, не зря я нашел вагонетку. Может, это хороший знак? Может, я смогу... Фу, доехать куда-то. Вроде есть какой-то свет. Может, это свет от факелов или еще чего-то. Если бы она была быстрее, я бы тоже был очень рад. Да, круто. Да что ж ты так-так... Я вообще не понимаю, как вот эта хрень работает. Давай, давай, туда, 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 езжай! Да быстрее ты уже нафиг! Да... Рельсы тут уже не то, что ранее. Уже все ржавые и точно не смогут меня довести туда. Так, я вижу одного зомби. Это нехорошо. Я вижу одного зомби. Ладно. Так, нет, 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 нет. Та-та... Да, тут еще и рельсы кончаются. Тут есть что-то. Так. Нет, я туда не смогу пробраться. Так, зомби, зомби, зомби. Это не очень хорошо. Давай. Раз, два, три. Иди сюда. Охренеть! Такой здоровый... Так. Они уж 100%... Так, такой здоровый, так быстро сдох. Так, что-то тут неладное. Что-то тут неладное. У меня аж мурашки по коже идут от этого места. Боже, это вообще что такое? И у меня уже патронов нету на дробовик. Зашибись просто. Зашибись просто. Охренеть. Твою... Так, ладно, в первую очередь у меня реально... Охренеть, что это за место-то так... Еще один свежий тупак. А вот это уже не свежие. Так, это 100%, это явно чье-то убежище. 100% кто-то спал. Но почему тут везде трупаки, повешенные на стену, мертвые, на земле валяются и свежие трупаки? Что? Что вообще очень странно. Так, я уверен на 1000000%, что это чье-то убежище. Это еще что за машина для пыток? Так, так, так. Что это вообще за... Что это за... Фу. Так, я...
Мне кажется, они на ком-то тут опыт оставили. Что это за каннибалы тут жили? Ёханый бабай. Что это вообще за место-то такое непонятное? Офигеть. Что это еще кто такой? Охренеть просто. Это еще что за каннибалы тут живут? Нет, пожалуйста, только не говорите мне, что я попал в метро, которое захватили, ёбаный бабай, каннибалы. Так, так, нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Нужно выбираться отсюда. Пожалуйста. Ах, так. Тут как-то слишком темно, я даже не хочу. Так, нет, нет, нет. Охренеть. Охренеть. Тут я точно никак не пройду. Офигеть просто. Ну как же меня угораздило попасть в метро, где полно каннибалов. Главное тихо разговаривать, потому что меня они сейчас могут услышать. Это еще что за дичь? Почему в этом метро полно каннибалов? Так, ладно. У меня скоро реальный инфаркт случится. Это еще что-то за дичь-то такая. Ладно. Ёханый бабай, это опять каннибалё проклятое. Людей жрёте, да? Не в этот раз, не меня. Так, нужно убираться тут как можно быстрее. У меня патронов нету ни на дробаше, у меня патронов нету ни на пистолете, у меня вообще патронов нету. Так, на глоке тоже пистолетов нету, на калаше нету патронов. У меня даже на снайперке нету патронов. Ёханый бабай, что же мне сейчас делать, если я пал в метро, где полно каннибалов, у меня ни одного патрона нету. Так, зато у меня есть старый дробаш, который может мне пригодиться. Охренеть, нужно опять сходить куда-то в какой-то полицейский участок и добыть себе патронов, потому что это не годится. Ладно, нужно выдвигаться дальше, надеюсь, то, что я смогу найти отсюда выход. Так, ладно. Офигеть, тут что? А там вот это тот завал, ладно. Пацаны, привет!